Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю вот такой божественно вкусный, красивый, роскошный салат. 6 отваренных яиц и пучок зеленого лука мелко порезала. Лук добавляю к яйцам. Немного соли по вкусу и немного майонеза для связки. Перемешиваю. Укладываю первым слоем. Авокадо 2 штуки и 500 грамм малосольной красной рыбы, у меня форель, нарезаю мелко. Рыбу укладываю следующим слоем. Слегка покрываю майонезом. Затем слой авокадо. Тоже немного майонеза. Сто грамм сыра натерла на мелкой терке и выкладываю четвертым слоем. И последний слой будет из имитированной черной икры. Украшаю розочками из полосок рыбы и петрушкой. Ну вот и все. Салат получается сытным, изумительно вкусным и будет достойным, просто роскошным, великолепным украшением праздничного стола. Вот так, дорогие мои зрители, если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего дня!